Итак, снова здравствуйте, дорогие телезрители. С вами снова, как всегда, я, Савельев Анатолий, и его канал. И с нами Фантом Блей. Здорово, ребята! Здорово, да. Начальник! Ага, он поменял репертуар, и теперь мы с ним распаковываем посылки. Сегодня у нас большая посылка. Вы уже видели в первом видео про квадрокоптер. И сейчас... А есть больше. Да, а сейчас... Продолжение той самой большой распаковки, что пришло вместе с квадрокоптером. Итак, вот такой вот краулер. Я его вам показывал, у меня он есть, но сегодня ролик не про него, а про его соперника. Другой класс, монстры. Это краулер, проходимость хорошая, тест-драйв я скоро выложу. Он по проходимости. Краулер, вот он у нас. Положу я вам его сюда. Вот. И сегодня мы распаковываем вот такого вот Horizon Hobby Ruskus Monster. Monster Etsk Ruskus. Водонепроницаемость, то есть вода не попадает, хорошая заряжается быстро, все запчасти хорошо собраны. Вот так вот все обработано, видите, как он носится. Вот, видите вы все, какая у него хорошая проходимость наиболее. Вот. Открываем нашу коробку. Я, кстати, не удержался, дорогие друзья, и распаковал посылки сам. Большую коробку оставили мы в отделении, где получали. Вот. В почтовом. Вот. Ну, в принципе, открываем. Вот. Такая вот у нас распаковочка. Так, ложим крышку здесь. И что мы видим? Вот он, наш монстр. Очень классно и хорошо все обработано. Вот самые лучшие батарейки Duracell. Вот. Нам их положили в комплекте. Вот. Купили мы вот хорошие батарейки. Отлаживаем пока их. Итак, сейчас мы приступаем непосредственно к распаковке. К большой распаковке. Вот. Все отделяем, всю эту фигню. Наверное, пока сложим вот в эту коробку. Вот. Все открываем. Вот у нас тут пульт. Так, открыли мы зарядку. Зарядка-то у нас непонятная, оказывается, дорогие друзья. Почему непонятная? Потому что нужен переходник. Вот, переходник в комплекте, я как вижу, нету переходника. Вот такая вот вилка непонятная. Вот это вставляется, похоже, в аккумулятор. Вот и заряжается. В общем, будем покупать переходник и заряжать. Вот. Вот такое вот устройство у нас. Вот. Что добавите, Фантом Блейд? Ну что добавить? Что нам осталось вам еще чуть-чуть показать? Давай приступим к пульту. Давайте. Сейчас его до конца распакуем. Давайте-ка вытащим вот этот план наш. Местности. Да. Итак, сначала покажем. По географии чертили вот карту. Вообще класс. Карандашами перепачкались. Так, вот у нас такой фигневый пакетик. Так, ну это понятно, тоже фигня. Выкидываем. Так, ну здесь у нас все на английском. Ну, сразу можете с ней идти в мусорку, потому что тут ничего не понятно. Тут все на английском. В общем, все непонятное. Вот, здесь у нас... Мусорка. Наиболее непонятные вещи. Ну вот у нас Etsk Ruskus. Monster Truck. Вот. Все на английском. Всё, выкидывай. Все на английском. Не дружу с английским. Все. Все на английском. Выкидывай, короче. В общем, что управлять, вообще непонятно. Все объяснено, просто офигенно. Все объяснено. В общем, понятно. Но на английском. Мы с английским не дружим. Так, где же наши ножнички? Вот. Сейчас мы все распакуем. Итак, ссылка с распаковкой краулера я оставлю в описании ссылочку или в этом видео, если, конечно, у нас это получится сделать. Вот здесь такие вот непонятные частички, я даже не пойму, куда их вообще ставить, честно. Я не понимаю, куда их вообще ставить, для чего они. Еще одна пара батареек, вот как и эти вот батарейки. Отлаживаем их тоже. Эти фигневые, те хорошие батарейки. Вот. И вот эти непонятные части вообще непонятно, куда вставлять. Для чего они вообще? Дорогие телезрители, кто знает,
Скажите, пожалуйста, для В чего комментариях они? пишите. Да, пишите в комментариях. Вот, итак, убираем вот эти части. Блин, как их убрать? Вот. Убираем их из упаковки. Ну, давайте уже, наверное, приступать к пульту. Да, а это вот выкинем. И вот эти тоже непонятные части. Мы не поймем, для чего они, собственно, есть. Тест-драйв, дорогие друзья, мы проведем позже. Да-да-да. А в этом видео мы вам просто покажем распаковку. Да-да-да. Отлаживаем их пока сюда, все эти части. Вот, и приступаем непосредственно к самому главному. Главному. Да. Ложим упаковку сюда. Вот наш монстр. Уберу пока краулер, наверное, он вас смущает, или оставить? Давайте лучше оставьте, вдруг дорогие друзья хотят посмотреть. Вот наш пульт, очень удобно, очень хорошо обработано, очень даже, вот. Чу-чу. Да, сравните пульт краулера. Пойди, давайте. Да, во-первых, этот больше, поглядите, вот, этот больше. Пульт, вот, сравните, поглядите, дорогие друзья. Во-первых, вот это щелкает, а вот это мягкое, удобное. Вот потрогайте Phantom Blade. Да, а вот мягко. Это, теперь вот это. Ну, как-то не очень да, удобно. Да, да. Вот это вот прям удобное очень сильно. Да, да, да. Все для удобств. И даже здесь, смотрите, здесь даже. Вам не нужна эта пленка? Ну да я не знаю, для чего она. Вот. Здесь, собственно, чтобы видеть, какие горят. Значки здесь вот, если приглядеться, можно вот. Здесь тоже, нет, во-первых, здесь менять какую скорость, я так думаю, вот, разные ракурсы вот эти вот ну, здесь давайте есть. Сюрприз, дорогие друзья, смотрите, хопа! Да, хопа, и здесь еще есть разные кнопки. Блин, жаль, все на английском, а так непонятно вообще, что давайте здесь вот это нажмем. А действительно. Наверное, вот это включение, да. Ну, это включение, само собой. Ну, включите. Да батареек же нету, дорогой друг. Вот здесь прозрачно все, мы увидим, что здесь светится, собственно. Такой удобный пульт, очень. Пойдите, покажите вот. Еще раз прозрачность. Управлять, вот. О. Вот и наводить, вот. И здесь вот, собственно, очень удобно вот так управлять. Вот. Итак, отлаживаем. Приступаем к самому, так сказать, интересному. Да, к самой машине. К изюминке этого видео. Итак, сейчас барабанная дробь. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Краулер и... есть. Вот наш монстр. Да. Вот он такой у нас. Ну, монстр просто, понимаете? Это просто... И сейчас мы его отсюда открепим нахрен. Вот. Открепим. Так. Отцепляем, дорогие друзья, и поехали. Посмотрим, какой он вообще у нас, собственно. Так. Здесь такие вот тоже мусорные. Хотите посмотреть мусор? Вот. И вот наш монстр. Ух ты! Упруги, однако, ну-ка давайте колеса попробуем. Вы ну, видите, какой? Какой? Вы видите, какой? Сравните с краулером, дорогие друзья. Смотрите, смотрите, пойдите, да, да. Пойдите. Пусть они посмотрят. Вот такой вот монстр Эцхрускус. Вот. Сравниваем с краулером. Такая упругость. И вот, давайте одновременно. Раз, два, три. Ну, краулер-то ведь и вот так вот у нас может. Ну, я думаю, он тоже так может, а? Ну. Да. Ух ты, это супер машина. Значит, он все-таки опережает краулера. Краулер, не обижайся, но ты пока устаиваешь. Вот, он очень мягкий, как вы видите. Очень удобный. Очень. Ой, вообще просто, просто обалденно. Не представляете, какой кайф. Вот, такая вот у нас машина. Вот, здесь тоже... Отвинтивается, я так думаю, вот. И здесь вот надо разобраться, как же все-таки открывается.
Ну, давайте мы, наверное, не будем это сейчас делать, открывать капот. А давайте посмотрим, потому что там и вставляется все заредоны. Все. Ну, а может, все-таки сейчас не будем? Ну, если, конечно, дорогие друзья хотят, ну, давайте тогда сделаем, мы не сможем. Он снимается, действительно. Итак... Как его открыть, мы что-то не в состоянии... А, все, я понял, дорогие друзья. Нам нужно вытаскивать вот эти скрепочки. Вот, и посмотрим, что там у него внутри. Микросхема, что же у него там внутри-то? Не, там как раз-таки гавань... Чего? Для заряжания. Равно? Не равно. Все равно. Может, у него фар светится? Да, жалко, что нет. А то такой взял, включил. Поехал, короче, братан! Короче, вот здесь зарядное устройство, все вон там. Там у нас инструкцию кое-кто оставил. Вы головой все заграждайте. Да вот, что-то не хватает у меня ногтей, чтобы это вытащить. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. И что ж, мы все-таки сняли этих хрени кое-как. Да, кое-как. И ну, теперь давайте открывать. Все-таки сейчас я покажу, как колеса. Тут тоже так нежно очень, понимаете, вращается. И вот это вот все прям вот. Ладно, давайте, открывайте. Что ж там внутри? Открываем. Вот наша. Ой, какая драндулет, какой. Фу, блин. Да, варнинг. Тут вообще что-то. А, тут даже закрыто. Варнинг — это опасная вещь. Так, вот эту фигню. Угу. Открепили. Распаковали. Так, давайте-ка я ее выкину нахуй. Так, ну, в принципе, вот эту тоже фигню осторожненько. Вот. Огни опасно. Вот, здесь вот у нас так вот все. Ну, так примерно, да. Да-да. Вот. Набираем скорость. Вот у нас всякие непонятные зарядоны. Зарядки. Блин, как вот это вот вытащить? Вообще непонятно. Вообще непонятно, как ее вытащить. О, получилось. Вот. И вот у нас, собственно, и аккумуляторы, и все тут есть. Тут, во-первых, все опять же связано. Я даже не знаю, как тут что отсоединить и зачем. Ну, может, мы не будем сейчас это именно отсоединять? Ну, наверное, не будем. Но вот эти вот, похоже, с зарядкой вставляются. Давайте-ка протестируем, попробуем, куда это все вставляется. Мне кажется, не сюда. Пойдите, давайте другой стороной. Вот это. Во. Оно. Вот это вот. Так вот заряжается он. И заряжается, да. А для чего же вот это, дорогие друзья? Наверняка тоже. Но нет. А может быть вот это? Да. Да, и вот так вот он едет. Ну ладно, а на этом мы с вами, наверное, будем прощаться, дорогие друзья. Да, Савельков? Не-не-не, сначала давайте-ка мы... Вставим, вот так вот все укладем нормально. Слушайте, написано водоустойки, а почему же все здесь открыто? И разве так можно плавать? Ну, как вы считаете, Phantom Blade? Ну это мы только протестируем, конечно же, с вами, дорогие друзья, мы это будем тестировать. И проверим, будет и ли он опять плавать. Сейчас, погодите, дорогие друзья. И вот так вот вставляем. Вот, и закрепляем. Вот. Всё. Сейчас. Ну, а на этом, наверное, можно. Нет. А, ну мы хотим закрепить, короче. Ну, сейчас. Пау. Минутка, пау. Итак, вот мы собрали. Вот все хорошо. Все. Вот наш монстр. Ждите видео тест-драйва. Вот, все хорошо. Мы его сразу же скоро выпустим.
Вот. Итак, сейчас слушайте музыку, и мы его поглядим. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Phantom Blade, где рассказывается поучительная информация об играх для Wi-Fi и так далее, и с другом, и разные игры, там разные советы. Ссылочку мы оставим в описании, да? Да-да-да, ссылочку оставим в описании. А сейчас послушайте музыку и поглядите на монстра.